поездил по всему миру, увидел все, что можно, уже все знаю. Приходится что-то совершенно иного. Поэтому повернулась такая ситуация, что можно было поехать. Я согласился. И вот мы здесь стоим у ворот Тибета. Жизнь, она же современного человека, находится в такой горизонтальной плоскости, где люди одному только учатся всю жизнь. Они все проблемы свои, все преграды научатся очень хорошо обходить вот так по кругу и не могут напрягаться. Когда взял одного своего по бизнесу партнера на Эльбрус, он, короче, там упарился очень сильно. Я его просто спросил, а ты в бизнесе когда-нибудь так упирался? Он говорит, нет, никогда. Вот поэтому у нас результат такой посредственный. Здесь хорошее. Развиваешься, короче, растешь отдельно от своих там этих всех материальных доходов, прихотей всех. Как говорится, как душа, которая оторвалась от физического тела. Поэтому мне нравится это все. Я как бы намерен продолжать. Алло, гараж, закладывай кабеллу. Мы едем на дачу, хочу, чтоб красиво. Хочу, чтобы прохладно и главное долго. Салют, пароходы, привет, Волга. Ну как, самочувствие? Дышать тяжело. Стоять такой, как будто с бурна. Костику предсказали, что он похудеет от, скажите, от 7 до 9 килограмм. 9 килограмм. И тогда он будет весить приблизительно 50 с чем-то. 50. Красиво. Я так, знаешь, снять сейчас и положить потом эту камеру. Есть такая альпинистская шутка. Ну как, гид говорит. Работа гида мне очень нравится. Жизнь интересная. Ну, в горах все уважают. Но только как на гору идти, так хоть увольняйся. Очень символично, что не больно, что на монастыре колокольчик, баллон кислородный. Hello. Oh, yeah. Are you from? Sugar? Я говорю, это что, из носа? Он говорит, нет, это у меня так изо рта. При этом ногти белые, кровь у него сколько показывал? 30% каких-то, или сколько там, 40%? Ну, он подохло. Вот, и при этом... Ну, это ваш гид при этом, да? Не, он не гид, он был гидом когда-то. А, участник, да? Участник, да. Ногти белые такие, при этом он еще питает надежду, что он куда-то пойдет еще. Thank you.
Ну не выкидывай на всякий случай ботинки, вдруг пригодятся, я надеюсь. В любом случае загоним, может быть. Еще раз. Коли ты чекаешь, значить ти маєш на кого чекати. Якщо тобі сумно, значить ти маєш про кого згадати. Коли ти високо, то зорі навколо і небо так низько. Хіба ти не віриш, дивися, а правда насправді так близько. Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Можеш жити без мети, жити без мети. Хіба ти можеш жити без мети? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Хіба хтось сказав тобі, що буде легко? Та хіба ти можеш жити без мети? Не, смех смехом, а мне какие-то эротические сны сегодня снились, между прочим. Какая-то коза с рогами там. На склоне. Опаньки. Снегопад пошел. Это приходил такой паренек с утра, гульме, и кофе давал. Лежишь уже так приблизительно, так проснулся, уже знаешь, так знаешь, как эта корова, что доить скоро должны. Такие-то так же, ага. Это как он там говорит? Халло, халло, кофе милк, ти милк, шугар, ес! Куда мы сегодня пойдем? Кому это нужно? Красивый двор, белый снег. Белая зубная паста. Тому песку с надежду. Хочу. Дорожка страшная вообще, лучше пешком ходить. Кажется, я расту быстрее, я же сердце был. Діджей поставив не ту платівку, баскетболіст не потрапив в кошик. У тебе безліч гламурних штучок,
Агара щільний гастрольний графік. Папір втомився, віддав туручок. На Кадиллак я придбала рафік. Сцапала, злапала, спутала, я взагалі не виступаю. Вдома я сижу, їжу, хаваю бутери, граюся в шутери, я DVD не вимикаю. Наші друзі з Прибалтики їдять банани, яєчки, главный гид наш сегодня схалявил, на мотоцикле проехал. Да, друзья из Прибалтики говорят, ему было тоже тяжело, они видели. Ну, а Юрий всегда как огурчик, пьет молоко и Яков. Жаль, не все дошли. Базовый лагерь 5656, на уровне с коровами шли. Ну вот уже как бы дома, то дом на 3 недели где-то. Вот медленно достаточно пошел. Но зато мы все достигли базового лагеря, с чем всех и поздравляем. Я вот сейчас уже выдохся, как лимон выжатый. Хорватских нетоптанных девушек сюда занесли большое количество. Девушки совершенно без комплекса. Висит прямо на тропе. Меня это очень шокирует. Тропа рвется. Народу море просто. Вот у нас там заброска лежит, депозит. Ну из-за угла. Раз! Она стоит прямо тоже. Раскорячилась. Hello. Добрый вечер. Очень симпатичная, кстати, девушка. По-моему, это наши люди. Точно. Я надеюсь, было снято все. Ну, 40 на 80. Ты с давлением получше. Ну, было там что-то 150 на 90. Ну, все, в пределах. То есть для меня это вообще супер давление. У меня вообще не бывает. А можно привет передать?
Хочу передать привет своей жене Людмиле Коробешко, сыну Максиму, сыну Денису, дочке Лене, маме Майе Васильевне Абрамовой. Алло, алло, алло. Алло, мамань. Да. Здорово, это я. Привет. Ну что, ты готова? Чему, Сашенька? Ругать тебя нет, не сказываю. Еще раз, мама, давай. Только с таким выражением, как у меня. Ну, типа, знаешь, как ты мне раньше запрещала бухать. Давай. Какое нужно слово? Дурак ты, Саша. Ой, нет. Мама, мама, всех мам записали, одна ты осталась. Мобилизуй себя, пожалуйста. Так что я должна теперь делать? Ты должна сказать, дурак ты, запятая, Саша. В смысле, дурак ты, Саша. Вот сейчас и говорить? Да. Дурак ты, Саша. Вот, все, отлично, мамульчик. Все, вот видишь, у тебя получилось. Мене тут собирає до цього разу, я прокинувся у грудні. Покинув я почухав, я зиби за майбутнє, хай знають присутні. Їм я не хіло, салотекіла, кава та какава. 6200 висота. Такая детская. 6200, ты еще и Лем, ультра, ну и лайт. Дурак ты, Саша. Красота, как в детстве. Можно в кроссовках было идти. А у меня то так там уже компот уже в ногах. Я, конечно, предпочитаю диетическое питание, но сало с чесночком иногда да. Так, чтобы аж, ну, зубочки в 5-6, чтобы аж сердце так прихватило перед сном чуть-чуть. Олежка, ты забыл панаму! Русские не обжаривают больше, он получается такой фиолетовый. А хохлы обжаривают, он получается такой рыженький. Вот мне рыженький больше нравится. Старый боцман, сними, я к тебе загляну. Зеленый, да? Ну, шкварки, сало, но можно, кто не любит, делают на растительном масле. Сопливый.